Всем здравствуйте! В самом начале моего рассказа хочу вам предложить подписаться на мой канал и оставить лайк под этим видео. Ну а теперь приглашаю перейти к процессу создания пальто. Я над этим пальто, а оно надо мной, трудилась, работала, издевалась, мучилась, перекраивала, шила и распарывала ровно неделю. Процесс создания этой красоты стоил мне ровно неделю нервов. В итоге результатом я осталась очень довольна и уверена, что и клиентка будет в восторге. Объясню, что я сейчас делаю. С помощью мела перенесла рисунок на ткань и по точкам намечаю линии, по которым буду нашивать шнурок. Готовив и отутюжив рисунок, выкраю все нужные и ненужные детали пальто из основной ткани и подкладки. А вот уже и полный комплект того, над чем я трудилась. Само пальто, сумочка,
муфточка и шапочка. Всем спасибо за просмотр. Как и говорила в самом начале, подписывайтесь и ставьте лайки.